Северная Корея произвела испытание нового мощного ракетного двигателя большой дальности. Как сообщает местное информагентство, тест прошел успешно, и теперь КНДР близка к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечу, что это уже не первый случай демонстрации силы со стороны Пхеньяна. В прошлом году Северная Корея запустила более 20 ракет, провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН. При этом КНДР отмечает, что целью испытаний является отработка нанесения ударов по американским базам в Японии. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал поведение северокорейских властей и допустил возможность появления ядерного оружия у Японии и Южной Кореи в ответ на растущую угрозу со стороны Пхеньяна.